Кто это? А? Победители? АТВ, УТВ. А, нет, УТВ. Замерзли, они засали. А, ну да, у них самый холодный автомобиль был. Если бы неделю назад был бы лучше. Я скажу коротко, просто жалко, что они два раза в год заходили. Нам очень понравилось, спасибо всем за компанию. Спасибо, УТВ. Обещали. Так, у нас было два участника еще, простите, но надо обязательно их отмечать. Это семейство подрастающих джиперов Лосичуков и Ковальцев. А как же они ее делить? Какая у вас семья? Кричать, драться, делить награды, вы не обращайте внимания. Молодцы! Молодцы! Так случилось, что в категории ТР-3 заявился один участник. Он заявился без машины. Он заявился на моей машине. После того, как все стартовали, это не помешало ему занять третье место, потому что ТР-3 просто было три участника. Взяли целую одну точку. Это мы лоханулись. Я вам скажу, история этой точки такая. Я ее поставил года три назад. Было очень много снега. Плюс так далее, я ее поставил, потом снял и поставил в другом месте. Думаю, ну, сложновато. И они заперли туда мою машину. Дорожки поломали. Вот. Но в любом случае, ТР-3, ТР-3, третье место. Молодцы. Так это, походу, участницы. Блин, ты что? Так мы ж 3 на 5 точек взяли, ТР-3 на Запорожье. Вот это лоханулись. Что-то ты не на той машине ездишь. Меняй концепцию. Надо что-то решать. На концепт меняй. Какие-то все сзади заходят, видели, призеры? Вот, где-то там черный ход есть. Да, да. Что происходит? А, господа, я думаю, что для вас еще немножко оффроуда не помешает, потому что в селе Лубянка какой-то наивный гаишник планирует вас там проверять. Поэтому, я думаю, у вас треки сохранились. А чего его не было? А давайте его залебедим в канаву. Давайте все приедем, пусть все приедем. Давайте его залюбим. Что уже с ним только не сделали, только что с этим гаишником. Сейчас с нами да, да. Так, и теперь серьезно. Наши спортсмены в категории ТР-3 мужественно боролись. И второе место завоевал экипаж Петренко Юрий и Бородаченко Евгений. Джиперская медаль, пока не поваляешь ни один. Это вам маяковать. Если вдруг у штурмана и у пилота погасли голоса от общения, можете использовать разные световые фильтры на фонарике, чтобы общаться. Все, поздравляю. Поздравляю. Спасибо. Ваши дипломы. Ваши дипломы. И наши тяжелые кризисные времена, да, так говорят, блока дауна, неизменно 14 лет подряд нас поддерживают, пусть сейчас скромнее, потому что банально они не могут ничего привезти. Компания Offroad Center предоставляет призы, а также предоставляет всем джиперам понимать, что есть такие торговые марки Old Manema, ARB,
барн, камап и так далее. То есть если вдруг вы хотите свой джип сделать красивым и мощным, можно у них это все дело заказать. Была рекламная пауза. У призеров и участников их логотип есть на дипломах. Ну и теперь первое место. Это человек, который успел поспать, поесть. Вот. Жена, которая сказала, ладно, съесть запасочка и осталась дома спать. Вот. Это... Я шучу, на самом деле, это такая история для красоты. Это Ковалевич Евгений Шевченко Валерий. Что, не мог ты догнать, да, Рома? Не догнал ты? Я даже нигде не видел. Я даже нигде. Сейчас, наверное, сделали все, да, или нет? А сколько времени заняло у вас прохождение, примерно? Что за машина? Я публикую все время. Подводный патрул. Все взяли? Все взяли. Все. Я скажу так, призовые места только в ТР-3. Последнее место не взяло все точки. Все остальные взяли все точки. Одну, правда, туристическую хотели унести. И теперь категория ТР-2. Третье место. Спортивный экипаж в составе Вовчан Денис и Ермоленко Андрей. Поздравляю! Ого! Пол шестая. Блин, флагом цеплялись за ветки, поэтому третье место, да? Давай. Так положено. Так, ваша медаль. Так, и напоминание, что Old Man Emo — это наш постоянный герой. Спасибо. У него же там волк должен быть, а не журавель. Развернитесь, вот. Развернитесь немножко. Блогеры. Так и ты развернись. Я думаю, я всех поздравлю. Всем прощения, правильно? Правильно, от всех. Давайте поздравим. Чип-чип! Ура! Чип-чип! Ура! Чип-чип! Ура! 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 Молодец, продолжай. Уже сколько лет? Продолжай. Спасибо. Спасибо огромное, ребята. Спасибо. Блин, они даже за хлебом с этим флагом ходят. Четыре, на, можешь отсюда. Можно начинать. Боже мой. Господа, и перенаселенный экипаж ТР-2. У них маршрутка, да? Лубянка, Киев. Боевой экипаж в составе Николай Поплавка, Дмитрук Александр, Конеева Алена и Щедрова Алена. Еще раз поздравляю вас. Это ваши дипломы, медаль и ваш кубок. Они думают, чем больше фамилий напишут, тем больше призов. А медаль одна все равно, да? И, мы поделимся, и шапка они одна. Они целях сделают. Спасибо вам. Спасибо. Так они что, белого волка обогнали? Да. Мы стремились. Молчи. Молчи, гусь, молчи. И тут тоже очень удивительный экипаж. Постоянный резидент Тихоход Квеста. Который тоже живет здесь не, совсем недалеко, ближе за всех. А вы вместе точки жена брали? Настолько суровая, что сказала, иди, я потом приду пешком к тебе. Вот. На точку что прямо? Что так и произошло? Нет, сюда в лайк. А Юлька где? Так они с дома и стартовали, их же не было на старте. Если в следующий раз будешь отправлять жену одну пешком сюда, дай хотя бы топор. Чтобы не было, может. Спасибо, ребята. Вы можете. Так, все равно.
И теперь переходим к славной категории ТР-1. ТР-1 это уже не турист, но еще не ТР-2, вот, но который умудряется по ходу взять точки ТР-2, ну была рядом, взяли. Вот. Не знаю, как у этого экипажа, но они заняли третье место. Экипаж Мишура Вадим и Максюта Толик. Субару. Что там в последнее время принимает? Да, Лопа. Да. Да, ТР-1 была. Поздравляю. Оживленная борьба была ТР-1 по качеству взятия точек. Могу сказать так. Многие экипажи точки взяли. Некоторые взяли все, некоторые взяли не все, но фотографировались не все. Я практически всегда очень лоялен подобным вопросом. Но именно в этом году двум экипажам я не смог быть лояльным, потому что взятие точки с тыльной стороны предмета. Или у меня есть машина, я стою возле точки. Какая машина, какой номер? Ну, у меня есть машина. То есть вы взяли точки, но вы не выполнили правила квеста. Поэтому, к сожалению, эти экипажи не вышли на тумбочку. Но в следующий раз, я уверен, после этих ошибок они сделают все правильно. Без фотошопа. Итак, второе место ТР-1, который выполнил все условия квеста и взял все точки. Это Шленсковой Дмитрий и Серков Владимир. Даже не надеялся, да? Не, уже дома. Серков Владимир! Он дома дельмом есть. Ну вот, он единственный жену не посылал, пошел к ней и спасал. Они просто финишировали в Газеле, поэтому они не думали, что... Ну что ж, там другие едут. Так случилось. Так. И в ТР-1 законно, ортодоксально, честно, бескомпромиссно первое место выиграл Шаменко Глеб. Опять топор. Что-то все время падает. Поздравляю вас, да, вы молодцы. Красавец. Артур. А то. Нормально. Поздравляю. Так вы из дома стартовали? Вас же не было с утра. В этот раз турист был самый готовый. То есть был один год, когда больше всего было ТР-2. Так и 14 немного. И почти не было половину. В этом году было больше туризма. И в этой ожесточенной конкуренции третье место. Заслужил, выиграл, победил. А у нас тоже Попов, первый. Попов Артем и Смоталь Александр. А дипломы ты взял? Они еще потом поехали ТР-1 точки брать, там все взяли, по-моему. Когда финишировали. А что за машина? Иномарка какая-то? Запорожец. Подожди, опять приехал. Поправим, он давит же. Вас, поздравляю, вы молодцы. Спасибо вам. Так. И второе место все в той же ожесточенной борьбе. Чтобы вы понимали, последний финишировал вот буквально перед закрытием финиша в этой категории туризм. Второе место. Есипенко Максим, Онищук Антон и Бугай Антон. А что за машина? Гитара с хайджеком сзади. Где фоточки, давай. Вот фоточки. А ну, Глеб, подожди, ты закрыл людей.
Есть. Все, да? Да. Спасибо. 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 Поздравляю вас. Да. Итак, чемпион туризма. Первое место. Который получит приз от нашего спонсора Фроу-центра. Белонох Александр и Цуня Вадим. Чем мы едем? Какая машина? Иномарка тоже? На чем мы ездили? На Тареге? Таурег? На сколько вы всех сделали? Молодцы! Охренеть вообще! Поздравляю! Спасибо! Сейчас еще одно маленькое объявление, господа. Все вернулись? Один экипаж поедем сейчас. Еще не доставили? Так за ним уже походу поехали. На 111-ю? Два блогера. Не, один блогер тут. А блогер уже повернулся. Очень важная секунда. Когда следующий? Да, абсолютно верно. В следующем году я вас ожидаю всех и ваших друзей, и тех, кто не смог приехать, в январе 29 числа. 22-го года. Я жду вас на юбилейный 15-й тихоход. В ТР-3 запишите наш Запорожец. Высшую категорию мод. Иду 30 недель опять. Иду давай, я вам зарублю. Для запорожца, если будет, сделаешь себе кубок запорожцев, да, там хотя бы 4-5, я для вас отдельные точки поставлю. Не-не, ТР-3 подходит нам нормально, не надо ничего. Господа. Да, и Катя тоже. Господа, на этом Тихоход Квест 2021 года, 14-й Тихоход Квест объявляется закрытым. Огромное вам всем спасибо, что вы приехали. Ура! 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 Спасибо, спасибо. Все, блин, вот это ТР-3 лоханулись реально. Сколько мы точек взяли? Да не, ну мы не были уверены так в силах просто. Ну что, все. Да, друзья, вот так вот мы боролись, но кто ж знал, что так будет. Все весело и перспективно. Красивая машина. Ты представляешь, мы реально, мы в призах реально были. Это вообще так лоханутся. Сколько теперь я дней не буду спать, ты понимаешь, что? Да ну блин, тут же вообще, мы просто не в гривнах вопрос, вопрос что? Были бы в призах, да? Да конечно, что, посмотрите, Запорожец был с нами. Сейчас, свет не включу, но не видно офисный стульчик. Полный багажник дров. Баллон от печки. И мы с этим всем брали точки ТР-3, друзья. Еда же еще. Три кулька еды вон на столе. В общем, все было. Народ уезжает. У нас костер. Финиш. Сейчас что-то еще съедим. Поехал бородач с Саней. С Саней. С Антоном. Поехали спасать Андрюху. Где-то он там застрял. На 111 точке. Не знаю, как можно застрять. Мы даже на 311 не застряли, и на 10, и ни на какой. В общем, подписывайтесь, было хорошо. Будем участвовать, все починим. До встречи, всем пока, спасибо. Это, слышишь, это на всех один шашлык. Сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. 12 человек. Ну ты знаешь, что пока родитель смотал катушку, ты со мной был на тихо. Ну, началось. Подожди. Если бы не этот штурман, то это... Включай ВБАСП.
баста включено. Закрывать? Все, друзья, стартуем. В лагере никого. Тут были машины, люди, движ. Все уже дома. Все, вылетаем домой. Данный старт. На этих колесах как она комфортно никого. Идет, а? Ты что, вообще другая машина, вроде мы в Майбахе на этих колесах, да? Ничего не скажешь. И резвее насколько? Да, накат есть, а на этих колесах вообще накат наката есть. Нет. Ну наката нет, потому что очень близко Шашкина. Очень далеко Шашки, да, надо ближе Шашкина, все-таки. Надо ближе, да. Зацепа будет хватать все равно я за счет думаю, спущенных. Да. Я тоже думаю, меньше будет вибраций. Ну конечно будет, ох ты ж елки, вот это ты дубасишь. Просто. Так они нас не догонят сегодня. Ну все, значит, будут жить в лесу до следующего тихохода. Да. Через год. Блин, насколько мягче, слышишь? Ну. Как-то вообще по-другому едет.